Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Версия игры у нас 03.03.16. Как обычно, Spin Tires, да? Значит, поедем мы сегодня. Сегодня мы поедем. Давайте поедем. На карте побережья. Писать буду на пираточке. На просто в лицухе там другая машина запихнута, там по газону стоит недопиленный, чтоб не передергивать, как бы машины там, а то случайно могу удалить. Поэтому, ребята, поедем сегодня. Будет у нас вот такой КРАЗ 255, конверт Павла Каблукова, злого слона. Значит, машинка обалденная, аддонов немножко, полный дефолт, колеса свои, звуки, так далее, короче. Давайте начнем писать, прокатимся. То есть посмотрим ее, то есть что у нас тут присутствует. Присутствует, ребята, вот такой вагончик. Но хочу сказать, что вагончик и... Присутствует такая же еще вот утилити, да, на 2 очка гаража. Вместе они не цепляются. То есть прописку там у нее, походу, беда. Ступенька имеет CDT-шку и упирается в прицеп, поэтому вместе они не поедут при любом раскладе. Так. Это мы показали, да? Где он есть, этот прицеп? Ёлки-палки, вот он. Прицеп вагончик. То есть можно его отдельно как-то с чем-то вести. То есть можно попробовать поставить автономку. И прицеп также не встанет. Угу, понятно. Но не суть. Давайте поставим топливную цистерну, и прицеп встанет. Запасочка у него присутствует своя, ребята. Защита кабины, маячки, запасное колесо. Это от КРАЗа дефолтное. И свое колесико у него еще присутствует. То есть вот так, так, так. Где я топливная цистерна? Вот. Значит, посмотрим мы тут на него по-другому. То есть нажмем сейчас на защиту кабины, грубо говоря. Вот у него своя запаска. Так, и под эту запаску по колесам. Значит, колеса будут вот такие, ребята, стоять. Такие прикольные колесики. И вот они, вот запаска под эти колеса. То есть я поеду, ребята, вот на этих колесах. Хотя, в принципе, сейчас давайте еще по аддонам, сейчас еще никуда не поеду. Под вот эти колеса, ребята. Значит, у нас присутствует тут. Тут присутствует. Что-то у нас тут присутствует. Сейчас сниму, подождите. Угу. Защита кабины. Защита кабины. Снимаем. Еще что-то снять. Прицеп. А, прицеп вагончик. Да, не прицеп у нас. Прицеп сняли. Так, ребята, где же это? Вот. Значит, присутствует вот такой у нас борт. Значит, борт у нас. Давайте заведем сначала машинку. Вот, вот такой у нас борт с такими колесами. Борт офигенный, текстурки офигенные. Колян Джанки, значит, сделал анимацию с Пашей борта. То есть вот. И вот. Колян сделал у нас тут цилиндр. То есть вот в таком макаре оно все работает. Открывается, закрывается. Ребята, груз на этот, на этот борт не прописан. Там, я думаю, что кто-нибудь пропишет. Не стали заморачиваться. То есть, как бы это чистый конверт. Единственное, сделали анимацию вот этого борта, чтобы он работал. Значит, присутствует вид из кабины. То есть, все по текстуркам. Водила присутствует, ребята. Анимации роли нету. Скорость у нас, ого, 70 с лишним. То есть вот присутствует вид из кабины, то есть значит давайте сделаем скрин, наверное, выйдем отсюда.
Даже сейчас я борт подниму. Ну-ка, солнышко у нас с какой стороны светит-то? Встанем так, чтобы было все красиво, как говорится. Вот так. Встанем вот так. Откроем борт. Вот такой скрин сделаем, ребята. Так, значит, вот поставили. Канистра у нас тут, ребята, еще видите, стоит. Тут все клево. Так. Груз прописать нетрудно. Пропишет однозначно. Переделает. Крас обалденный, ребята. Так, еще раз повторюсь. Так, значит, снимаем этот борт. Давайте поставим, присутствует цистерна вот такая, своеобразная, тоже прикольная. Ведро сзади болтается, видите, анимашка сделана. Как показать-то будет? Ладно, сейчас. Канистра вообще выглядит очень прикольно, тоже текстурки наложены хорошо. Так, снимаем цистерну, заправляется, просаживается, все как положено. Ведро, вот анимация ведра у нас, ребята, анимация подвески, все это есть. Все как положено. Значит, так, колеса мы посмотрели, свой борт загружается, ребята, есть, под цвет такой камуфляжный, дрова грузится, значит, у нас, так, что еще, запаска, ну и в основном тут все, дальше пошел дефолт, ребята, давайте сейчас скинем борт, то есть бортовая, можно с запасочкой даже вот так вот сделать. Переменить колесики вот на вот эти под запасочку. Все выглядит вообще достойно, все обалденно. Значит, что мы ставили? Бортовую платформу, да, снимаем. Платформа лесовоза также ставится, ребята, с распуском, с таким, с удлиненным распуском, то есть все возит, все грузится, все как надо. То есть давайте сделаем вот такой скрин. Надо как-то отъехать отсюда. Александр. Надо уже отъехать, наверное. Значит, вот, то есть платформа лесовоза у нас ставится, все должно грузиться как положено. Значит, так, где она есть у нас, платформа лесовоза, автономка, надо снять запаску нам, снимаем запаску, ставим, ребята, автономочку, то есть автономочка, все как положено, тоже все выглядит, все прикольно. Звук свой такой своеобразный, воздух травит. Так, значит, ну, топливо под бочку, значит, цистерну, защита кабины, еще раз повторюсь, гаражные части, ремонтные части, вагончик, можно с ремонтными частями зацепить и ехать, значит, прицеп, распуск туда-сюда, так-так-так. Так, сцепка, ребята, есть у нас, значит, прицеп, гараж тащит, значит, тележки, все, ребята, цепляется прямо тютелька в тютельку, значит, прицеп такой, сервисная, что-то упустил, что-то не хватило, что-то где-то потерял, по прицепу цистерна, что-то, ребята, то есть все. Запасочку можно опять так же накинуть. Оп, и все, и погнали. Все красиво. Мод с
версии 13.04 сконвертил. Злой слон, ребята. Так. Я там тоже подкорректировал немножко что-то где-то. И все. И в принципе вот она машинка. То есть свет все рабочий. Фароискатель, ребята, рабочий. Все работает, все клево. Так, если нам надо открыть гараж. Давайте поедем откроем гараж, наверное. Это, конечно, вообще обалденный такой сарай. Сарай получился, да? Такой, ого. Танки грязи не боятся. Сейчас я немножко. Да, вообще зверюга. Такая супер тачка. Такой скрин, ребята, сделан, да? Ну что, давайте, я не знаю. Поедем, загрузимся сейчас. Значит. Так. Снимаем эту балду. Запаску ставим, 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 ставим. Где она есть? Это платформа лесовоза. Да? Давайте поставим удлиненный распуск. Удлиненный поставим. Сублимово. То есть дает еще и запасочка 100 ремонта у нас. И все, погнали. То есть можно ехать из кабины. Текстурки обалденные в кабине, да, на самом кразе обалденные текстурки. Все мчим как положено. Давайте такой скрин сделаем. Вот. Крас обалденный, я говорю. Моделька хорошая вообще. Аддончиков немного, как бы, ну, в принципе, я считаю, что все хорошо и отлично, как бы. Это, ребята, нас попросили люди на заказ переконвертить. Значит, сделали конверт, и люди с удовольствием, как бы, с их согласия дали разрешение выложить данный конверт в общак. Так что вот, ребята, спасибо большое. Да, я думаю, все должны сказать большое спасибо, раз люди такие вещи делают, просят для себя, потом в итоге разрешают это все выкладывать в общий доступ для всех, чтобы все насладились данным модом. Поэтому, ребята, качайте, не пожалеете. Мод прикольный. Я думаю, еще 500 различных вариантов переработок их будет. Мод исходными файлами идет. Так. Подвесочка мягенькая, в принципе, как на дефолтном кразе, я думаю, любители, да и начинающие, скажем так, игроки, думаю, с удовольствием покатают, обкатают. Любители для работы, конечно, возьмутся, однозначно переделают, доделают что-нибудь, груза пропишут, аддоны, прицепы там, и так далее. Поэтому мод, ребята, однозначно хороший. Автора мода не помню точно кто. Можете зайти на сайт, где на версию 13.04 он присутствует. То есть
и посмотреть. Просто уже столько там доработок и конвертов, скажем, у меня, у Пашки, поэтому даже невозможно упомнить, кто там автор, чья моделька. Уж автор, я надеюсь, не обидится, должен. Рад быть за свою модель, что она продолжает жить. Так что пусть автор не серчает, что мы его не упомянули. Реально просто, ну, забыли, кто где, не посмотрели, а уже обзор пишется, поэтому, я думаю, ничего страшного не будет, если автор это все. Так, давайте еще такой скрин заликаем. Вот. И погнали дальше. Как раз вообще хорошая моделька, еще на 13.04 я его тут катал. Можете даже, кстати, скачать версию там 13.04, в группе есть. Можете зайти на сайт, скачать этот крас на 13.04 и прокатиться на нем. То есть там даже тут уже добавили, вот Колян вот добавил цилиндр на кузов, на самосвал. Там цилиндра не было, это уже, скажем так, доработка от нашей компании. Цилиндр Колян Макси запилил. Скорость у него прикольная, то есть прёт вообще хорошо. Мотор тоже мощный. Видите, он длинные бревна тащит вообще без напряга. То есть текстурки асфальта, ребята. Игру 03.03.16 тоже в группе, все в разделе ссылок, смотрите там под видео, может, ссылочки где-то есть. Ну, обычно в разделе ссылки все это дело, ребята, будет. Крас вообще, смотрите, просто красавчик. Хоть и старичок 255, но, блин, прям едет на ура. Данный мод будет, ребята, доступен. Ссылочка будет на сайт STMods. Заходите, качайте. Также вы на STMods можете посмотреть, конкретно нажать на меня, там драйвер 51 рус, ну, где чьи моды, посмотреть все там доработочки, все выложенные там файлы, моды, какие присутствуют. То есть можете там конкретно глянуть, что там есть, чего там нет. И недавно состоялся, буквально вчера, розыгрыш. У меня набралось в группе 1000 подписчиков. Состоялся розыгрыш лицензии игры Spin Tyros, стимовской версии. Значит, хочу сказать, в группе пока это все еще неизвестно. Ничего там не написано. Я думаю, планирую, наверное, что как только наберется уже не 1000, а 2000 подписчиков, состоится очередной розыгрыш игры Spin Tyros лицензии стимовской. Розыгрыши, естественно, все по-честному, ребята, даже видео я заснял, как он через рандомайзер разыгрывал. Человек выиграл. Есть репост по данному факту в группе. То есть можете посмотреть видео на канале розыгрыша. Можете человеку даже написать, кому интересно. Человек по-честному все выиграл. Путем, скажем, естественного отбора рандомайзером. Так что, ребята, следующий розыгрыш игры Spin Tyros
будет у меня в группе, как наберется на моем канале Спинтайра Драйвер 51 Рус 2000 подписчиков, то есть, скажем, через 1000 подписчиков опять состоится, ребята, розыгрыш, и кто-то станет опять счастливым победителем розыгрыша игры лицензии Спинтайра. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, подтягивайте друзей, чтобы это все быстрее свершилось. Кто хочет стать участником розыгрыша и обладателем лицензионной игры Спинтайра. Так что подписывайтесь. У многих есть группы. Можете прямо в группе там репостик. Какой репостик? У меня нету, я еще никакой информации нет. Поэтому, ну, короче, склоняйте, ребята, на подписку на мой канал. И как только 2000 человек наберется, будет опять разыгранная игра. Куда я поехал-то? Что-то я затрынделся, ё-моё. Будет опять розыгрыш игры Спинтайра. Стимовской лицензии. Видите, ребята, говорил, что и уехал не туда, куда надо. Так. Сейчас мы быстро все это дело разгрузим. Все, притаранили бы 6 очков. Бреешь, да? И сейчас мы сложим прицепчик. Так. И погоним обратно в гараж. Сейчас тут мы по быстричку, я думаю. Надеюсь, у нас получится тут быстро доехать. В принципе, как раз машина мощная. Такой скрин давайте сделаем вид от первого лица. Как бы можно тут прокатиться от первого, от лица пассажира, скажем так. Вот у нас за рулем сидит водила. Также можете его так камеру вывернуть, выезжает, вот еще колесина у нас видно. Также можно с этой стороны вывести камеру. И сесть на место пассажира. Ну, я не катаюсь из салона в основном, поэтому только так, если скрины поделать там или на обзоре показать, что она присутствует, данная камера. Крас идет мягенько, смотрите, вообще просто красавчик. Модель обалденная. Еще раз повторюсь, качайте, не пожалеете. Ну и все, и погнали тут по берегу. Скорость адекватная, подвеска рабочая, мягкая, идет просто на ура. Автомобиль, значит, тут у нас где-то брод, сейчас мы маханем. Просто поближе надо щелкнуть. Оп. Ты че, парень, не глохнем, мы в реке. Давай. Давайте поедем по берегу. Не будем туда вовнутрь влиять, залазить. Проедем здесь. Камни. Обалденный, ребята, крас. Так, гепард открывается. Здесь он такой симпатичный скрин.
на фоне луны. Анимация ведра, ведро так болтается прикольно. Вау. Все ямы проглатывает просто на ура. Опять же повторюсь, это конверт, ребята, с версии 13.04 на версию 0.3.0.3.16, то есть свеженькая конвертация. Файл исходники, то есть там, я думаю, что данный крас мы еще доработки, переработки увидим не раз. Любители подорабатывать, скажем так, загрузить воркшоп куда-нибудь там. Еще народ это все сделает. Обычно все начинают конвертировать, что-то аддоны переставлять, потом в итоге начинают уже заниматься в 3D Max, всему этому обучаются, это так и затягивает потихонечку, скажем. Потом люди становятся мододелами, начиная с мелочей, там, начинают крутить моторы, аддоны, потом надо что-то делать, потом что-то отпилить, оторвать, а потом уже можно полностью переделать. Так что вот, ребята, получился такой обзорчик на крас. 255. Спасибо ребятам, которые заказали его на конверт и предоставили, разрешили его закинуть в общий доступ. Так что вот, ребята, такая машинка, мод обалденный. Еще раз повторюсь, в группе состоится розыгрыш игры Spin Tyres уже после того, как у меня на канале наберется 2000 подписчиков на YouTube. Так что, ребята, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе, скачивайте крас, заходите на STMods, ссылочка будет. Смотрите также в разделе товаров, какие доработки у меня в группе присутствуют. И качайте. Всем удачных покатушек. С вами был Драйвер 51 Рус. И уже грядет Новый год. Ребята, всех с наступающим. Всем удачки. И наилучших пожеланий. Пока.